У Софии Ротару есть хороший дом в поселке Никита в Крыму. Певица всегда говорила, что очень любит это место, но в последние годы в связи со сложившейся ситуацией практически там не появлялась. Особняк понравился одному крупному бизнесмену, и он предложил его выкупить. Мои друзья хотели приобрести дом Софии Михайловны. Они бизнесмены, прошлым летом отдыхали в Крыму. Им друзья сказали, что Ротару давно не появляется в своем доме в поселке Никита. Они туда поехали, место им очень понравилось. Достаточно тихо, спокойно, красивая природа, чистейший воздух. Соседи Софии Михайловны показали и сказали, что за домом и участком Ротару присматривают работники. Но самой певицы здесь давно не видели, рассказывает Анна Калашникова. Потенциальные покупатели связались с помощниками Ротару, но получили категорический отказ, пишет московский комсомолец. Как мне сказали, София Михайловна очень дорожит им, так как для нее этот особняк – память о любимом муже Анатолию. Более того, им сказали, что Ротару планирует в него вернуться и там жить по окончании конфликта, сообщила певица. Ранее экс-директор Софии Михайловны, продюсер Сергей Лавров, рассказал, что она перестала общаться с Вайкули. Он заявил, что его бывшая подопечная намеренно игнорирует певицу из-за ее болтливости, так как сама она не любит скандалов со своим именем.